14 августа православные празднуют начало Успенского поста, самого приятного и легкого в году. Он посвящен подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы и продлится 2 недели. В народе первый день поста называют «Медовый спас». По народным приметам, именно тогда улетают стрижи и ласточки, что считается первым признаком приближения осени. С наступлением первого спаса заканчивается медоносный сезон. Пчеловоды открывают улья и срезают соты. Раньше с медового спаса крестьяне начинали распахивать поля подозимые. Пока мужчины были заняты посевными работами, женщины и дети шли в лес заготавливать малину. Во-первых, она была любимым лакомством наших предков, а во-вторых, считалась лучшим лекарственным средством от простуды. Еще одна православная русская традиция – так называемые вдовьи и сиротские помощи. Что означает помощь бедным и слабым?